Итак, привет, друзья! Сегодня у меня с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Сегодня я получил долгожданную клеточку. То есть эта клеточка шла ко мне из Тюмени, я ее заказывал. И хотел бы сегодня вам провести обзор этой клетки для собак. Как видите, я при росте 1,75 м. Ну, как бы я бы не сказал бы, что я маленького телосложения, такого достаточно среднего телосложения. Я полностью помещаюсь в этой клетке, чувствую себя свободно. Поэтому, думаю, по размерам эта клетка подойдет даже для крупных собак. Ну, на период, естественно, не постоянного содержания, а на период передержки, а на момент того, когда вы уходите из дома, на момент того, когда вы переезжаете где-то в каком-то виде транспорта, можно, в принципе, поставить ее, если машина крупная, поставить ее, разобрать сиденье, поставить ее в салон машины. Если это микроавтобус, то в микроавтобусе. То есть, ну, для таких. Также ее можно использовать, я думаю, что в качестве, ну, скажем так, домашнего места, домашней будки для собаки. Итак, давайте перейдем к полному обзору. Ну, итак, наша клеточка имеет достаточно просторный вход такой. Два замочка. У клетки есть два замочка. Причем замочки сделаны с, скажем так, с такими щеколочками, на которые можно навесить, например, навесной замок, и она не будет уже открываться. Итак, давайте теперь о размере клетки. Как таковой размер клетки. Это клетка номер 5. Ширина у нее 70 сантиметров. Высота у клетки 78, до 80 не дотягивая 2 сантиметра. Ну и длина у клетки, соответственно, ну, длина хорошая, 1,10 м. 1,10 м. А также клетка оснащена цинковым поддоном. То есть здесь оцинкованное железо какое-то. На случай того, что если собачка будет мочиться, испорожняться, то чтобы. Причем он имеет форму, скажем так, тазика такого. То есть выбегать отсюда ничего не будет. Вот. То есть можно постелить клеенку какую-то, можно пеленку. Если вы надолго там щенка, допустим. Для щенка это вообще огромный вольер будет. Так, также для того, чтобы вытащить этот оцинкованный поддон, имеется как бы небольшое расстояние специально для этого. Итак, давайте я сейчас покажу, как она разбирается. Разбирается, кстати, клеточка достаточно, ну вообще изумительно, то есть разбирается это все и собирается очень быстро. Я сейчас покажу, как это происходит. А потом покажу, какие тут замочки и крючочки сделаны для того, чтобы это было удобно и быстро делать. Итак. Опускаем дверку, торцевую часть. Опускаем другую торцевую часть. Все, клетка, соответственно, у нас сложена, и мы можем ее перемещать. Итак, собирается в обратном порядке, то есть кладем, выставляем, поднимаем торцевую часть, закрепляем за крючочки. Поднимаем вторую торцевую часть. Тоже здесь нужно попасть, зацепить за крючочки. И так. Все, клетка собрана. То есть
Ну, достаточно добротно сделано, покрашено тоже. Тут мне, кстати, под цвет мебели как раз клеточку такую подогнали. Удобная транспортировка. Просторная в размере. Рекомендую, в общем, я такую клеточку номер 5 из Тюмени. Так, теперь давайте перейдем к более детальному, более близкому осмотру. Ну вот, смотрите. Вот сам замочек, да, щеколочка такая, чекель. На нее можно повесить чекель. То есть каким образом? То есть вы накладной замочек вешаете, да, и уже перемещаться никуда не будет. То есть навесной замок можно зафиксировать. И здесь, соответственно, то же самое. Итак, вот они, крючочки, на которых, за которые держится. Вот крючочек, сбоку так его показать, вот он. Вот он, то есть для того, чтобы опрокинуть, мы вот, раз, вывели. Теперь раз и зацепили. Вот они, эти крючочки, находятся. И вот здесь вот такие вот соединения для того, чтобы держать боковые стенки. Проблему с местом для животного, для того, чтобы оно в ваше отсутствие не скажем так, не причиняло вам неприятности, чтобы не грызло плинтусы, не отрывало обои, когда вы не грызло ботинки, то есть, в общем, не разрушало ваше жилище, вашу квартиру. Я всем рекомендую, для того, чтобы не наказывали вы собаку, да, всем рекомендую приобрести домой вот такой вот мини-вольерчик для того, чтобы собачка могла в ваше отсутствие, как бы, пока она растет, во всяком случае, находиться там и не причинить вред вашему имуществу. Всем рекомендую, клеточка хорошо, качественно выполнена, так что я и мой хвост рекомендую данное изделие из города Тюмени. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.